Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. В Останкино простились с Николаем Дроздовым. Ушел тихо и незаметно. Известие о том, что Николай Дроздов покидает программу «В мире животных», потрясло россиян. Однако телеведущий объяснил, что все не так плохо, как кажется. Николай Дроздов уже год не снимался в новых выпусках передачи «В мире животных». Теперь он выступает в роли советника проекта на добровольной основе. Также телеведущий продолжает работать на географическом факультете МГУ. Это является его основным видом деятельности. Отмечается, что работа на телевидении была удовольствием, за которые в последние годы ему не платили. Дроздов вел программу «В мире животных» более 40 лет. Впервые она вышла в эфир в 1977 году. А вы смотрите передачу «В мире животных»? Николай Дроздов как ведущий вам нравился? Поделитесь своим мнением в комментариях. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.